Отправляемся в Токан. Приехали на северный вокзал. Вроде по будням. Отсюда уезжают поезда. У нас билет в пятницу. Утренний рейс. Ехать 4 часа. Держится примерно на 30 минут. Мы прибудем вместо 12.09, потому что сейчас уже 12.09. Это порядка. Ну, посмотрим, когда. Не будем загадывать. Прибыли мы в Коканд в 12.27. Так что, в принципе, небольшое опоздание.